Ну, вообще, на самом деле, мне очень нравится то, что вот этот вот новый киноязык, который сейчас вот и после «Монстра», и все вот эта вот попытка рассказать историю глазами очевидцев, собственно, вот эта ютубовская тема, она очень, вот, она растет с каждым, вот, с каждым следующим фильмом, это развивается, мне это очень нравится. Я думаю, что вот за такими фильмами, ну, если не абсолютное будущее, то, как минимум, это вот, очень хороший тренд, очень хорошая тема вообще в кино. Супер. Не, ну мне правда очень понравилось, то есть вот как я, конечно, был немножко готов к тому, что именно я увижу, что это не классический так монстр-муви, а это больше вот как раз тут трудности перевода, да, вот скрена вот это вот, и то, что я ожидал, я это увидел в полной мере, то есть приятно, например, то, что сейчас вот такое вот малобюджетное, да, какое-то научно-фантастическое кино умеет снимать не только по голливудским шаблонам, как «Район номер 9» или «Монстр», да, но умеет его еще делать вдобавок к этому непредсказуемо и с душой.